Здорово, народ, с вами сегодня снова я, Макс, и сегодня начинаю такой небольшой цикл из маленьких и не очень маленьких видеороликов по поводу нашего фестиваля. Так как фестиваль на носу у нас, а надо расширять материальную базу, я решил заняться в этом году фотозоной. В дальнейшем роликах я покажу, как все получится, то есть полный конечный результат из того, что я наделаю. В полном купе я отдельный ролик посвящу тому, что буду рассказывать, что в итоге получилось на моей фотозоне. Значит, это коснется в основном этой эпохи 17 века, так сказать, немножечко пыток и наказаний. А в данном видеоролике я буду делать большую колодку. Идею я подсмотрел у ребят с фестиваля «Времена и эпохи» и подумал, а почему бы не сделать себе такую же, как бы это же все-таки матбаза для приезжих гостей и как бы зрителей. Неплохо было бы, да, сделать такой отдельный участочек, где они будут ознакомливаться с орудиями пыток того времени и фотографироваться. Конструктивно, конечно, она ничем не отличается. И немножко сделал, конечно, ее по-своему. Но так как на фотозоне должно быть вообще несколько экспонатов, колодка вообще туда вписывается идеально. Да и, в принципе, на самом деле она была в ту эпоху. Ну, сам процесс изготовления, я надеюсь, вы увидите в ролике и досмотрите его до конца. Ну, а всем могу пожелать что только удачи. И спасибо, что смотрите мой канал. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо и пока.
Так, народ, я все это сделал с помощью вот этого инструмента, маленькой пилы. Вот. Но я показываю это в связи с тем, что можно это сделать и пилой. Да, дольше, да, придется немножечко, как говорится, потратить времени, но как можно сделать этим инструментом, так можно сделать и этим инструментом. В принципе, смотрим дальше.